Вчера в администрации Хасаиртовского района состоялось расширенное совещание с аграриями района и руководителями сельхозпредприятий всех форм собственности, которое провел заместитель главы администрации НРУЛа Муртазалиев. В работе совещания приняла участие Гульбаре Черкесова, начальник территориального филиала ФГУ «Россельхозцентр». Повестка дня – проведение весенне-полевых работ, яровой сев, приобретение удобрений, семян, поставка лизинговой техники, о состоянии мелиоративной сети в районе, регистрация ФГИС «Меркурий». Открыл совещание директор управления сельского хозяйства района Идрис Загалов. Он отметил, что Хасаиртовский район – один из ведущих аграрных районов республики, где динамично развиваются все отрасли сельского хозяйства, а самое распространенное направление – растениеводство, выращивание озимых и яровых зерновых культур, как основные сельскохозяйственные культуры для социально-экономического развития. Площадь озимых в текущем году в районе составляет 15 800 гектаров. Состояние озимых удовлетворительное, говорит он. В настоящее время хозяйством района произведен посев яровых культур подсолнухи на 2100 гектарах, лен на 322, мнут 201 гектар, кукуруза на зерно на 500 гектарах, многолетних трав 3700 гектаров, посадка картофеля 1410, внесено минеральное удобрение на площади 8800 га. Также проводится опрыскивание озимых культур на площади 8 тысяч гектаров. Всего яровой сев предстоит провести на площади более 34 тысяч гектаров. Далее Идрис Загалов подробно рассказал о новых правилах и мерах господдержки, оказываемых государством в области сельского хозяйства, растениеводства, животноводства, виноградарства, садоводства, лизинговой поставки техники, льготного кредитования и других банковских услуг, оказываемых АО «Россельхозбанк» для сельхозтоваропроизводителей. Гульбаре Черкесова, в свою очередь, отметила, что для получения высоких урожаев перед посевом яровых культур руководителям хозяйств необходимо в лаборатории центра провести анализ семян для определения качества на всхожесть зараженных семян вредителями и болезнями. Руководители хозяйств должны постоянно проводить мониторинг посевов озимых зерновых и яровых культур при обнаружении на полях очагов личинки саранчи, грызунов и мышей, незамедленно сообщит Россельхозцентр. На сегодняшний день проведено обследование посевов на площадь 11 тысяч гектаров. На данный момент зараженных посевов личинками саранчи не обнаружено, говорит она. Также руководители хозяйств отчитались о проведенных и проводимых полевых работах хозяйствах. Также обсудили актуальные проблемы, связанные при проведении посевной кампании. Подведя итог встречи, Нурулла Муртазалиев призвал всех сельхозтоваропроизводителей и аграриев района активно участвовать в реализуемых в республике национальных проектах, в различных программах господдержки в агросекторе и пообещал, что руководство района будет всегда поддерживать все начинания сельхозтоваропроизводителей для выполнения поставленных задач.